утро началось со смертельного ДТП на федеральной трассе. Авария с участием трех автомобилей произошла в Петушинском районе вблизи поселка Болдина 20 августа в 7 утра на М7. Столкнулись фура Nissan Qashqai и Hyundai, за рулем которого, судя по обозначениям на машине, был таксист. Виновником аварии, по предварительной информации полиции, стал именно он. Двигаясь в сторону Владимира, водитель автомобиля Hyundai Solaris выехал на встречку, где столкнулся с фурой Рено под управлением 43-летнего жителя Челябинской области. В результате столкновения у автомобиля Renault Premium произошел разрыв левого переднего колеса, после чего он совершил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Nissan Qashqai. После этого автомобили Renault Premium и Nissan Qashqai совершили съезд в южный придорожный кювет. В результате ДТП один человек погиб, трое получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Погибшим оказался пассажир автомобиля Nissan Qashqai. Его личность сейчас устанавливается. Водитель Nissan, 58-летний житель Новгород, области, находится в реанимации. Среди пострадавших также двое человек, что находились в том самом Солярисе, что вылетел на встречку. Это 21-летний житель Московской области и 24-летний житель Ивановской области. Последний находится в реанимации.